В нашей области продолжается реализация волонтерского проекта «Подари дрова». В минувшие праздники в его рамках очередной партии деревянного топлива обеспечили пенсионеров, проживающих в Торжокском и Калининском районах. За процессом разгрузки наблюдала и наша съемочная группа. Лидия Ивановна, живущая в селе Медное, несомненно, с радостью слушала этот грохот. Ведь он означает, что предстоящей зимой у нее будет в доме тепло. Таких, как она, по Тверской области уже более 1500 человек. Одиноких пенсионеров, которым перед холодами помогли с отоплением. Именно для них 7 лет назад был придуман проект «Подари дрова». За это время он постоянно развивается. Когда проект зарождался, мы привозили по 5 кубометров колотых дров. А с 2020 года мы приняли решение увеличить объем дров до 10 кубометров. И теперь мы возим в каждый дом по 10 кубометров колотых дров. Для понимания, среднестатистической одинокой пенсионерке, проживающей в обычном сельском доме, на холодное время года нужно 20 кубометров. В деньгах это около 35 тысяч рублей. При том, что в глубинке люди нередко живут на минимальную пенсию в 10-12 тысяч. Таким образом, волонтеры обеспечивают их минимум на половину отопительного сезона. Кстати, попутно им развозят еще и продуктовые наборы. С поиском нуждающихся помогают органы соцзащиты и местные власти. Вся бухгалтерия только белая. Деньги принимаются через официальные переводы, из-за чего возникают проблемы. Мы закупаем дрова у тех поставщиков, которые легально занимаются поставкой дров. Потому что так как мы некоммерческая организация, мы не можем работать с частниками. Мы работаем только с теми организациями, которые официально занимаются продажей и доставкой этих дров. А, к сожалению, в области есть районы, где вовсе нет ни одной официальной организации, которая бы занималась не только распилом и колкой дров, но и их доставкой. Поэтому добровольцы с удовольствием приняли бы помощь еще и в виде самосвалов, которые можно было бы, загрузив, отправить на помощь старикам. Время до зимы еще есть.